Так, заходим в сервер Hardmaps, в верхнюю вольту играем карту. Блин, с самого начала очень красивая карта. Блокпост, лодки. Такие лодки под шифером. Так, погнали. Такая атмосферная карта. Много будет боевиков. Река очень красивая. Такой вид из лодки. Черт возьми, сдох. Ну, начинаем по новой. Оказывается, эти лодки взрываться могут. Думал, может, просто на мельче, а нет. Взорвалось. Блюдки вот это раньше. Такие лавки были покрыты вот под такими, как бы этими, типа шифером. Блюдки все перебивали. Тут уже долбают. Вот он. Наверное, на лодке дальше опасно. Все равно трогнем. Попробуем. Вода голубая в речке. Речка верхняя вольта. И в гвардии честный. А куда, блядь? Так, вот он. Окей. Окей, окей. Нескольких направлений. Завалили. Верхом на контейнерах. Так, били бы на бочках плавало, этим на контейнерах ехали. Баскиллер заходит. Я уже отрыв есть пачкам. Мне бы читак не зашел. Читак не зашел, а баста нормальный. Баскиллер. Авто. Вон, да я уже 80 очков набрал. Значит, весело пойдет игра. Подранились. Идет бой за деревню. Отлично. Ну, эту карту можно и в одиночку пройти, но вот уже будет мне помощь. Так, откуда долбается? КПшка-то рядом, но теперь добежать надо. Так. Пока надо аккуратней. Я не пойму, пулемет где-то долбает. Сейчас. Всё. Эти стены раздолбают страйкболисты. Все объекты сверху донизу заходят. Двигаемся. Так, окей. Так, окей. Кто-то долбает. Так, пока непонятно. Кто-то саданули. Так.
Не вижу, откуда долбают. Наверное, отсюда надо валить. Через лес бежать. Глубоко, блин. Сейчас. Так, побежали. Вот тут очень глубокий заливчик, маленький, но очень глубокий. Хотя нет. А во, глубокая, да, вот глубокая. Так, ну побежали, побежали. Сейчас тут лес боевиков будет. Он БТР гоняет. Я лучше спрятаться. Making my way to you. Hang on. Так, спасибо. Affirmative. Так, на другом берегу реки стоят гады. Так, снимаем. Левый, зараза. Сняла уже. Блин, наверное, его тоже снимаем. Так, побежали. Сейчас можно и вдоль реки бежать. Надо к точке Б прорваться. Такое глубокое место. Сразу нырнул, с головой башки нету. Так, спасибочки ему. Там домик стоял на другом берегу. Теперь надо бежать вдоль реки. Речушка небольшая, но очень глубокая, судоходная. Кое-где скалы вон видны. Так, двигаемся. Там еще башка чья-то. Я его не убил. Все готово. Паскиллер. Блин, лента кончилась. Тут еще с того берега долбают. Да вот они.
долбает. Снял. Тут еще могут быть, ну-ка, давай посмотреть. А вот, вот тут еще. Так, готов. Это уже точка Б. Так, окей, вышка взята. А сейчас сходу брать Б, потому что там где-то еще будет. Ну все, это место охоты, потом сейчас вертолеты прилетят. Ни хрена, до следующей КПшки очень сложно добежать. Тонны, тонны. Негодяи. Тупо просто бегаем, охотимся. Сейчас должны прилететь два вертолета и сбросить пол. Долбетеры эти. Долбетеры. Так, прибили. Конечно, долго тут не проживешь. Так, БТР. Так, ничего не поймешь. Просто, в общем, бегаем, охотимся. Долбают эти уроды. Тингеристы. Толпой, может, можно было прямо сходу пробить. В одиночку, наверное, вряд ли. Ну, смотри. Деревня-то вон же совсем рядом, вон эти вертолеты, кстати. Удастся прорваться. КПшка рядом, все, взяли КПшку. Окей, окей. Мама, мама, все окей.
тут сейчас практически. Еще гранатом этого пулеметчика надо заразу. Так, ну все, на мост. Там тоже их дохерища будет. Толпа бежит. Сейчас ради фрагов. Идет бой за мост. Так, громадный камень. Там уже бомбы-то скинуты. Все выгорело. Быстро как-то это проскочили. Нормально, нормально. Сейчас по дороге надо лесной прорваться будет. Так, отражаем атаки. Ну уже сейчас продвинулись.
Тебе на двинь, сейчас там будет еще пулемет, кажется. Не было бы БТР. Там, кажется, БТР где-то находится. ТР уничтожать. Какой лет просто так бегать. Ранила зверски. Bring it on! Блин, много гранатометчиков. Любой ценой сейчас ПТР я все равно убил. Блин, до БТР этого не дай бежать никак. Сносят гранатометчики. Да, круто. Пытаемся вот так под углом прорваться. Док Руфис зашел. Доки Руфис. И сейчас 116 Джонни набрал. Один раз только успел попасть. Тоже под углом побежал, потому что задолбали один мудаки. Не знаю, где док Руфис. Любой ценой БТР сейчас уничтожит. Все, он уже горит. Все, БТР ликвидирует. Только попытаемся сейчас это уничтожить. Не получилось. Все, теперь берем пулемет, сейчас доделаем. Главное, что уже БТРом прикончено. Док Руфис зашел. Bring it on! Блин, что-то херня. ЛПшка почему-то попадает. Я никак не прорвать. Очень много их. Там логичнее было бы кому-то остаться. Дрожать у моста так. Док Руфиса убил.
Того убила. База убила. Не знаю, пулеметчик, наверное, не вырублен. Комплексу пока никак не проходит. Не пройди, так я через лес пытался, а тут никакого ничего не делал. Так. Очень много, очень много. Его крутость перепала, справился. Там он так пулемет вылез. Так, вот тут еще гады. Главное, с тылу никто не зашел. Странно, смотри, куда-то они пропали. Глюки какие-то вот вроде бы бежали и куда-то пропали. Могут и глюки быть. Все, они КПшечку тоже взяли. Может, из-за того, что взята КПшка? Все сразу успокоилось после этого. Вот там этот пулемет долбал. Поликраб. Сейчас врываемся туда. До зачистка. Странно, смотри, они как-то пропадают. Ничего не понимаю. Или какие-то глюки реально у меня. Да, могут и глюки быть. Чё, не знаешь, что тут творится. Блин, кончилась лента. Так. Так, они... И с этой... другой зал. Ну все, добивать побежали. Перезаряжаемся.
практически все дочищено, наверное. Наверх надо бежать. Area secure. Все, готово. Теперь наверх. Добивать будем. Бежали, в общем, наверх. Вас киллер огромный. Блин! Там, наверное, закончил все это дело. Тут вот надо поверху будет, там толпа побежит. Следующая карта, интересно, не так. Давить надо грузовиками. Может быть. Заходим. Так, все готово. Area secure. Сейчас попрут в большом количестве. Все, вроде бы. Все, прочистили. Теперь уже на выход. Ты хрена тупо. Дерево. Сейчас будем очки считать. Следующая, вот эта бомба. Все, кончается карта. Все пропали. Горевшая поляна. Что дальше? Все, конец. Так, считаем очки. Примерно 40 минут продолжилось. Так, Джонни набирает 1431 очко, 222 фрага. Баскиллер набирает 841 и 127 фрагов. Док Руфис 171 и 26. Ну вот, это конец.